Сейчас особенно важный момент, ведь на лед выходит Пойлос Ванегас, а он сегодня на вершине турнирной таблицы. В то время как прямо за ним, отставая всего на несколько сотых балла, Максим Ставицкий и Алексей Тихонов. От того, как пара выступит сейчас, зависит то, зайдет ли Пойлос сегодня на пьедестал или уступит его одному из своих соперников. Ну что ж, затаим дыхание. Потрясающая песня Елены Ваенги. А также Оксана Домнина и Пойлос Ванегас. Такой проект, я уверен, не может закончиться вот сегодня, когда мы все откатаем, когда прокатает последняя пара, потому что я вот уверен почему-то на 1000%, что продолжение будет и не один год, и дай бог с таким размахом, как делался вот этот. Мне, наверное, больше всего с этого проекта запомнится атмосфера его. Все-таки я вот приверженных вот канариков, роботиков, цветных столов. Это вот такая вот тема, мне кажется, ну, для меня очень близкая. И я рад, что вот эти номера в этом проекте были. Я всегда готова кричать «Браво!» Пойлосу. И всегда благодарна его маме, Лиле, за то, что она его родила и воспитала. 6-0. Для меня это первый проект, и я безумно рада, что я в нем принимаю участие. В принципе, много было хороших номеров с Максимом Ставицким, с Ромой Костомаровым, с Петей Чернышовым, с Максимом Марининым, с Алексеем Тихоновым. Ну вот у меня очень много хороших номеров, за которые как бы, я очень рада. Конечно, не все получилось, но, тем не менее, номера были, я считаю, шикарные. Просто обидно такой номер. Такая, не знаю, глупая вообще какая-то ошибка. Нам сложно думать, что вот это вот прям вот последняя передача. Вообще у нас с каждым партнером последняя, поэтому... О, кстати, да? молодец. У нас с каждым партнером последняя, и всегда хочется... Первая и последняя. Первая и последняя, да, и хочется, конечно, сделать всегда шедевры. У нас первое выступление вместе с Ксюшей, которая, я считаю, вот на этом проекте вообще такое выдает, там вообще такие образы создает. Молодец. Спасибо.
Вот я опять про турнирное положение. Ванагас лидер. Повелос ведет у Максима Ставицкого 12 сотых балла. Вы представляете, какое волнение он сейчас испытывал, но как настоящий профессионал сумел с ним справиться. И, в общем, придраться к исполнению практически невозможно. Леночка, а как вы оцениваете выступление Оксаны? Настолько она в этом проекте выросла, она творчески выросла. Она и не боится быть и смешной, и дерзкой, и женственной, как сегодня. Этот проект пошел ей настолько на пользу, и я ее поздравляю с таким успехом. Оксана Домнина и Повелос Ванагас. Оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. Все 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Ну что ж, замечательная песня Елены Ваенги. И, как мне показалось, очень трогателен был этот номер в исполнении Оксаны и Повелоса. Наталья. Но по всему видно, вы не уходите домой ни днем, ни ночью. Потому что для того, чтобы сделать такой номер, в котором такое доверие, такое в каждой дуге абсолютное, выверенное, как будто вы катаетесь вместе, ну не знаю сколько, ну хотя бы год, ну хотя бы год. Это удивительно. Какие-то элементы, которые на жиме, на... Ну действительно, это нужно так чувствовать партнера, чтобы все это сделать. Вот когда вы легли здесь на лед, и еще она забралась с коленочками на него, и так это было все точно, выверено. Удивительно. Вы меня абсолютно поразили. Здорово. Елена Анатольевна, вас тоже поразили? Меня они поразили тем, что у них был абсолютно разный текст. Они делали совершенно разные наши текстовые шаги. И в то же время это было такое единство. Они как бы разговаривали друг с другом. Каждый говорил свое, но говорили об одном. И вот эта нить разговора, это доверие, это удивительная любовь просто поразили. Но еще меня поразила абсолютно филигранная техника. Еще раз это слово употреблю. Великолепное скольжение. Вот это то, что называется фигурным катанием на коньках. Мы сейчас видели, что нам продемонстрировали абсолютные все элементы. Потрясающее скольжение. Они нигде не шуршали коньками, они нигде не спотыкались. Они плавно перетекали из одного движения в другое. Потрясающе. Поздравляю вас. Спасибо. Ребят, сегодня 10-й этап. Особенный. У вас был сделан просто ювелирный номер. Вы как-то по-особенному сегодня переживали, потому что я смотрю, коленочки-то дрожат. Но они, наверное, у меня больше дрожали от музыки вот этой вот, не от волнения. Я как-то сегодня спокойно очень выходила. Вот, поэтому как-то больше от эмоций, наверное, у меня вот, от состояния такого. Вот. Пользуясь случаем, хочу выразить... Самые теплые слова благодарности всем, кто этот проект создавал, всем тренерам, судьям, костюмерам, техническим службам, потому что, ну, правда, мало кто видит и мало кто знает, сколько людей задействовано, чтобы вот эта красота имела место быть до и после программы «Время». Спасибо всем, дорогие.